На берегу Самаркандского водохранилища открылась зимняя зона отдыха. Для досуга жителей сооружена высокая горка для катания и каток. Однако тимиртаусам необходимо взять с собой специальную обувь. Наша компания открыла зимний сезон отдыха. То есть это пляжный сезон у нас закончился, 7 пятниц. Сегодня мы делаем открытие на зимний сезон. То есть мы сделали каток, мы сделали горку. Наша компания сделала теплые домики, где можно кушать шашлык, греться, отдыхать. Также у нас есть ресторан, который работает в теплом режиме, где подаются шашлыки, где подается бесплатный чай. Поэтому организовываем досуг для жителей города Темиртау. Место зимнего отдыха организовано предпринимателями и депутатами маслихата. Жители могут собраться у костра и отдохнуть на свежем воздухе. А для тех, кто хочет особых впечатлений, есть снегоходы. Волонтерский центр «Шанырак» благодарит депутатский корпус за возможность первыми посетить горку, а также площадку для массового катания на коньках. Сейчас зона отдыха работает с 10 утра до 8 вечера. Тем не менее, по просьбе жителей специалисты намерены продлить время до 2 часов ночи. Вход платный. Однако организаторы планируют ввести бесплатное пребывание для многодетных семей и воспитанников детских домов. Дмитрий Косыгин, Арман Абулхасымов, Ольга Цуканова. Новости Темиртау.